Масштабное киберспортивное шоу прошло на площадке Аварского театра. Организатором мероприятия выступил торговый дом «Киргу» при поддержке администрации города Махачкала. Подробности у Алины Багиловой. Виртуозные пасы и точные удары – все это не отходя от монитора. Виртуальное футбольное поле разместили на площадке Аварского театра. По итогам первого этапа в гранд-финал вошли 8 участников. Сегодня определять сильнейшего киберфутболиста в республике. Более 2000 человек стали участниками шоу. Перед началом финального этапа состоялся просмотр матча Бельгия-Англия. Для этого подготовили 200 сидячих мест на площадке перед Аварским театром. Также установили большой экран. После матча провели первый в республике турнир по виртуальному футболу FIFA World Cup Киргу-2018. В нем приняли участие 4 команды, которые разыгрывали между собой звание лучшего киберфутболиста республики. Подобные соревнования постоянно проводятся в Дагестане, но они чуть меньше по масштабам. Там антикафе, я знаю, проводили, несколько компьютерных клубов проводил. Вот такие масштабные турниры, это в первый раз, я даже не видел, чтобы такие масштабные турниры с концертом, с вот таким вот гранд-финалом, что такое проводили, я не видел. Мы сделали большое дело. Мы привели маленькую частичку футбола в Махачкалу. Хотя не получилось это сделать в реальности, мы это смогли сделать в электронном виде. У нас сейчас проходит, в эту минуту проходит финал чемпионата мира, электронного чемпионата мира по футболу. Около 480 человек участвовало в этом отборочном чемпионате. Сейчас осталось только двое. Две команды. Вот-вот мы увидим, кто же наконец победит. Киберспорт – игровые соревнования с использованием компьютерных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, внутри которого происходят состязания. Это восторг и азарт, предвкушение и успех. Это проверка на прочность. Киберспорт дает прежде всего опыт, концентрацию. Я играю давно, и это такое хобби, которое иногда приносит доход, как сегодня. Кроме виртуального футбола, торговый дом «Киргу» организовал для публики веселые розыгрыши, акции, конкурсы и концерт с участием звезд дагестанской эстрады. Гостям подарили футбольные мячи, спортивные атрибуты, именные футболки от организаторов. Мероприятие завершили, запустив в небо воздушные шары в виде мячей. По итогам все участники спели специально подготовленную для праздника финальную песню. Алина Багилова, Ибрагим Абдуллаев, телеканал ННТ «Махачкала».